С точки зрения Кадырова, нужно сделать все возможное, чтобы этот человек заразился коронавирусом. Поэтому они берут, собирают всех нарушителей карантина, среди которых могут быть потенциально зараженные. Потом их всех вместе собирают, их могут запихнуть в какой-нибудь Урал, в автобус, в УАЗик. Потом их так что all inclusive, можно нарушать, делать все, что ты захочешь. Но если ты родом не с Ахмат-Юрта и твоя фамилия не Кадыров, тогда тебя ждет разочарование. С тобой поступят так же, как поступили вот с этим парнем из города Аргун. Борьба с пандемией в Чечне. Очень много разговоров идет по поводу успешности этой борьбы. Кто-то ее критикует, кто-то заслуженно, разумеется, критикует. Кто-то, наоборот, восхищается этой борьбой, как, например, Максим Шевченко в своем недавнем эфире. Как же на самом деле обстоят дела с борьбой с коронавирусом в Чечне? Конечно, об этом не может знать никто со стороны. И информацию о том, успешно это или нет, нормально ли это вообще или нет, об этом нужно узнавать у жителей республики, а не у сторонних экспертов, комментаторов, журналистов, общественных деятелей и так далее. Так вот, мне удалось, пока я готовил этот эфир, поговорить с жителями нашей республики, узнать информацию побольше. И я могу уверенно сказать, что борьба с коронавирусом в Чечне, она неуспешная, и б, она лживая. То есть то, о чем нам говорят, как нам представляют количество зараженных, умерших, это все ложь. Вот в самом таком классическом варианте, как это обычно делается в России, утаивается истинная информация, якобы с благих побуждений. Они таким образом берегут нашу психику, чтобы люди не паниковали. Типа из этих соображений это все делается. На самом деле, в итоге это обходится нам же боком. Так вот, у меня уже есть конкретные случаи, где я конкретно знаю людей. Они умерли от коронавируса, и родственников напугали, и им не дают говорить, официально заявлять о том, что их родственники умерли от коронавируса. Таким образом, у нас скрывают реальные потери, у нас скрывают реальное количество заразившихся людей. В этой нашей инфекционной больнице, куда официально свозят всех якобы заразившихся коронавирусом, врачей из этой больницы запугали, им не дают говорить о истинных цифрах поступающих к ним людей. А это в десятки раз больше, чем на самом деле, чем они озвучивают в официальной статистике. Теперь, что касается самой борьбы. Несмотря на то, что действительно ситуация сложная, хоть они и не хотят это признавать, но те меры, которые они применяют в борьбе с коронавирусом, они, разумеется, не оправданы, и они вообще античеловеческие. Так не борются. Такое ощущение, что садистский режим Кадырова, просто пользуясь вот этим вот случаем, удачным с его точки зрения, когда можно побольше поиздеваться над людьми и получить побольше удовольствия, он его как бы использует. Отсюда у нас издевательство над людьми, похищение, нарушил карантин тебя, ну, вот просто подумайте, ты нарушил карантин. То есть ты тем самым подверг опасности других людей. Как нужно с этим человеком бороться? Как его нужно за это наказать? С точки зрения Кадырова, нужно сделать все возможное, чтобы этот человек заразился коронавирусом. Поэтому они берут, собирают всех нарушителей карантина, среди которых могут быть потенциально зараженные. Потом их всех вместе собирают, их могут запихнуть в какой-нибудь Урал, в автобус, в УАЗик. Потом их всех вместе собирают где-нибудь в Ленинском РОВД там, или в ином месте, в каком-нибудь гараже. Всех вместе в небольшом гараже, там 5 на 6 метров, собирают человек 70.
а где-то и 100. Представляете? Потом они все там друг друга перезаражают, разумеется. Их там держат приблизительно сутки. Потом их всех отпускают. Вот таким образом у нас идет борьба. Но эта борьба, она не для всех. То есть не каждый человек получит вот такие вот проблемы, если он нарушит карантин. Например, если ты житель селения Ахмат-Юрт и твоя фамилия Кадыров, то с тобой ничего не произойдет. Это мы видим вот на этом, например, видео. Алейкум ассалам. Да, да. Да, да, вот завочек. Видишь? А вот это. Нет, ты я. Так, я тебе дать. Вообще, так я дать. Алейкум, так я дать. Вообще, так я дать. Пытай, слух. Вот, а, нормы лежишь. Оформи, ты на яд. Яд? Лил, вегда, лил, вегда. Лил же, муху. Лил же, муху. А, проваш яца. Проваш яца. А, сабады. Ишхал векса. Проваж хлебанца. Вообще. Водитель этого автомобиля, он нарушил не только карантин, он нарушил еще и правила дорожного движения. Он выехал на автомобиле без документов, не имея вообще никаких документов на этот автомобиль. Но ему можно так делать, потому что он житель Ахмат-Юрта, да и фамилия у него еще Кадыров. И здесь к нему обращается сотрудник ГАИ и говорит: у тебя есть вообще какие-нибудь, он говорит, документы, у тебя есть хотя бы права? На что этот водитель отвечает: права? Говорит, но права, может быть, у меня и есть. Сейчас я, говорит, посмотрю. Возможно, у меня они найдутся. То есть он настолько спокоен в этот момент. Вот он плевать не хотел на этого мента. Он знает, что ему ничего не будет. Он говорит: права? Ну, если ты так хочешь посмотреть, как бы убедиться. Ну, возможно, права у меня есть. Обычно я их, конечно, не беру с собой. Зачем они мне нужны? Я ведь с Ахмат-Юрта и моя фамилия Кадыров. Зачем мне права? Зачем мне техпаспорт? Какое-то свидетельство о регистрации, номера на автомобиле. Зачем мне это все нужно? Мне это не нужно, он говорит. Я с Ахмат-Юрта. Чувак, ты вообще понимаешь, с кем ты разговариваешь? Ну, если ты такой наглый, и ты говоришь, что права хотя бы, ну ладно, я говорю, я посмотрю, может быть, у меня найдутся права в машине. И он начинает копошиться там, искать права. И, видимо, он их нашел, как я понял. Доказал, значит, тому гаишнику, что он действительно, его фамилия Кадыров, на что тот гаишник ему говорит: ну тебе, в принципе, тогда и не нужны никакие документы, если ты тут уже, как бы, понимаете, полный комплект. Ты родом с Ахмат-Юрта, это уже, как бы, основание для того, чтобы и карантин нарушить, там, и, ну, ты уже, как бы, не выделяешься, да, ты не простой смертный. А если ты еще и, у тебя фамилия еще и Кадыров, то это все, это all inclusive, все включено, без номеров, без документов, нарушение карантина, да никаких проблем. Если бы там он еще в ДТП попал, можно было бы какую-нибудь семью убить, и тоже никаких проблем, вопрос будет решен. Фамилию Кадыровых ведь не изгонят из республики, это ведь нереально, понимаете. Так что all inclusive, можно нарушать, делать все, что ты захочешь. Но если ты родом не с Ахмат-Юрта и твоя фамилия не Кадыров, тогда тебя ждет разочарование. С тобой поступят так же, как поступили вот с этим парнем из города Аргун. Он родом из города Аргун, не с Ахмат-Юрта, и фамилия его, очевидно, не Кадыров. Поэтому его ждала вот такая вот участь, к сожалению. Его прилюдно унизили. Поэтому, если вы не родом не с Ахмат-Юрта, и ваша фамилия не Кадыров, то не рискуйте.